С коллегами из Литвы Латгальский регион планирования реализует два проекта. В первом партнеры позиционируют свои регионы как привлекательные для инвестиций. Основная задача коллег по сотрудничеству – определить наиболее выгодные инвестиционные объекты, которые составят топ-10. В апреле они будут представлены на инвестиционной выставке в Москве. Второй латвийско-литовский проект коснется сельских ремесленников. Их будут учить коммерции. Мало выполнить изделия ручной работы, его надо уметь продать. И общий проект на 1,5 миллиона евро у Латгалии с администрацией Пскова. Его главная цель – обустроить пляжи, улучшить инфраструктуру отдыха и таким образом сделать их привлекательными для туристов. Порядка 70% всего бюджета проекта будет израсходовано на инфраструктуру. В 5 районах Псковской области будут построены места для отдыха горожан и туристов, которые будут посещать. В основном это связано тоже с пляжами, с инфраструктурой вокруг, либо около водных объектов. В принципе, если мы смотрим, у нас уже довольно-таки хорошие результаты по предыдущим проектам. А насчет прошлого года мы поанализировали, что, в принципе, Латгалия – это самый посещаемый регион из всех в данной ситуации. А более чем 20% из всех туристов как бы посещают именно Латгалию. Конечно, мы не можем конкурировать с Ригой и Юрмалой, но, в принципе, я считаю, что это хороший результат. Мы чувствуем, что есть много туристов вот уже в результате нашей кампании в Санкт-Петербурге. Из Санкт-Петербурга приезжают, то есть уже как бы российский турист. И потому мы видим, конечно, перспективу вместе разработать общий проект, то есть новые продукты. Проект, рассчитанный на 2 года, включает издание информационных материалов, участие в международных туристических выставках в Риге, Таллине, Вильнюсе, Санкт-Петербурге. На первой рабочей встрече стороны обсудили перечень мероприятий, ближайшие пройдет в феврале, конкретные даты и средства, необходимые на их проведение.